Бублики. Я бы, блядь, пачка сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Пачка сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Ведро насквозь пробил штырем. Ты чё, дядя, блядь? Своей маме. Ты чё, нахуй, аккуратней, блядь, а это, то... От одиночества, что ли? Не, вот, блядь, ебать, заводчанин, ты чё, нахуй? Ногу пробил, ебанулся, что ли, блядь, вообще? А, ногу? Главное, войти сегодня. Как свинья. Во, второй раз оцени кошечку, которую рисовала по твой пиздёж. Так, ща посмотрю. Я возьму телефон. Бля, какой же трек классный, да? Ну вот реально. Позвоню своей маме. Бля, телегу надо открывать. Ёбаный в рот. А как-то можно на пост ссылку скинуть? Анонимчик, сори. Мама. Ну все, спиздили уже. Да? У тебя в чатике девочки сидят. Я бычу их на то, чтобы пообщаться в ЛС. Во-первых, думаю, у меня сидят у тебя женщины именно, понял? Девочки, это у Мазелова, блядь. А у шефа женщины. Это первое. Второе. Этим женщинам, они самозанятые, блядь. У них все хорошо в жизни, им нахуй не нужны отношения, поэтому, понял? Ты еще раз так задонатишь, и уже будешь жалким казаться, понял? Вот так тебе хочу сказать. Но за 1000 спасибо. Или уже, кажется. Ебать. Герстер. Эй, пацаны, это называется просто... О, я осуждаю! Шефчик хайпует, видите? Шефчик хайпует у них там. У них там хайпует. У европейцев, поняли, блядь? Шефчик-то реально разъебал. Хули. А они даже не знают его имени. Понимаете, о чем я? Легенда, блядь. Ебать, сейчас придумал гениальную тему. Ебать. А, это старый ТикТок, не считается. Бекон прямоугольниками. Так, отправляем на разогретую сковородку. Бля, вот я такой думаю, бля, надо это лайкнуть, типа, записать. Да нахуй не... А это, это очень легко готовить. Чел, я не умею готовить. Он все равно не будет готовить. Я не буду готовить, блядь. Да, Алине. Ну, Алина это тоже конечно. У меня сейчас подзабила хуйца немножко. Слышь, Вов. Да. А давай я приеду, что-нибудь приготовлю и кукинг сделаем. Я готовлю. Нет, я таким не занимаюсь. Не кокинг, а кукинг. Ты ну, что-то там, придумал? Не, Васян, давай не надо. Два смычка там это, яйца побьем в карбонару. У меня нету, у меня нету островка безопасности. Ну как этот островок называется? Ну кухня такая удобная, понял, чтобы стримить. Я понял. Да не хочу, блядь, ну кукинг мне не интересно делать, блядь. Вы, сука, самые первые съебываете, не смотрите. Зато вкусное покушаешь, потом такой... Еще мужика, 22 года. Хочу сам. Еще мужика, 22 года, 190 ростом. Нихуя себе запросы поменьше не будут, блядь. Я 1.95 м. Мне 36. А я 160 килограмм, давайте, что, блядь, кто больше? Забайтил, походу, стопудовкин, слышь? Кто-то объявился, блядь. 22 года кому? Ему ладно, или тебе? Владимир, или ты 190 ростом? Не бей. Извиняюсь за беспокойство. И спасибо за детство. Иди тебе нахуй со своим спасибо за детство, понял, блядь? Ну, спасибо за 1000, опять. Бля, что ж такое-то, блядь, бедный, он такой уже 4000 въебал его хуями крутит. Да что ж такое, говорит, пиздец. Последний раз я тут был на этом стриме, блядь, донатил, сука, черт стример. Смотри, сериал, ты можешь стать кем-то. Да не, блядь, я не говорю, что хочу стать кем-то, блядь. Типа, мне похуй на этот сериал. Вы настолько заебали меня, что я не хочу его смотреть. Блядь, вот Геншин тоже раньше нормальная игра была. Но из-за фанбазы, блядь, это просто говнище, а не игра. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Во что мы еще играли? Вот если не вы, блядь, то, может быть, я бы и играл, сидел. Ага. И сериал смотрел, и в Геншин бы играл. Ну вы блядь, заебали просто. Вот у меня есть, вот у меня такая черта ебучая. Я не могу нормально воспринимать и что-то посмотреть после того, как 1000 пиздюков мне сказала посмотри. Ну не хочу. Это даже не 1000.
Блядь. Стоит Вове только сказать, что игра говно, он пойдет ее проверять, блядь, что она не говно. Стоит сказать то, что игра охуенная, он даже. Но не я не отрицаю, что я могу переобуться и посмотреть. Да, блядь, просто, ну, пиздец какой-то. Ну, нездоровая хуйня, блядь. Новинки вышла какая-то, блядь. Это, кто, блядь, новинки вообще сидит, блядь? Я ебал, я смотреть не буду вообще хуйня. Нет, смотри, знаешь, что самое интересное? Молодежь хейтит вот российские сериалы и российское ТВ, но как они узнали про этот серик? Им, видимо, родители посмотрели, сказали. Есть теория, что в сериал было въебано пиздец сколько денег на промоушен. И изначально, блядь, это были донаты, боты для Твича, блядь, бла-бла-бла. Ну, типа, такой, знаешь, естественный интерес. У блогеров да. Закупали рекламу. Каждый там вот что-то, каждый там что-то высказался, того, еще что-то пизданул. Начали люди, и потом уже по накатанной люди сами начали тащить. То есть, да, на самом деле... это агрессивный маркетинг. Агрессивный маркетинг я не воспринимаю никак. К слову, совсем. Мне кажется, скорее, просто в любом случае... сарафанное радио, чем... Мне кажется, спрос есть просто у людей на такое. А, вот и все, блядь. Бля, я тупая, мне 22, и я 190 ростом. Вау, женщина, вы богиня. Себе, блядь, эталон нахуй. Слышишь? Это Квасси. А можешь пока, можешь сфоткаться во весь рост, скинуть, посмотреть нам? На каблуках, и прикинь, еще Влад. Эй, блядь. Осуждаю сексуализирование женщин. Я для Васи. Саня, блядь, ну ты шо, нахуй. Я для Васи, блядь. Мне Смайлик в чате нравится. Я на стрим не покажу. Я говорю, мне Смайлик вот этот нравится. Ищу мужика, сын долбоеб, хотя бы мужик хороший будет, донатит мама Ломаки. О. Александр, 20 лет, 190 сантиметров, ищу девушку. Да, Владимир. Жена, все есть детей пока? Буду дальше тебе донатить. Блядь, жена люблю есть, говорит. Люблю платить за унижение меньше, чем 3. Ой, ты какой-то странный, Стопудовкин, слышишь? Тебе не на этот сайт тогда, если ты за унижение любишь платить. Там за 1000 на других сайтах, блядь, чел, пиздец, что можно получить. Тебе и на камеру пописывают, понял? Вообще с кайфом. Опа. Я тебе говорю, ты просто не туда пришел. В зависимости от модели. Поунижаю, пиши, блядь. Блядь, чат, кто поунижает Стопудовкина, блядь, за деньги, нахуй? Я мог бы и бесплатно. Да с таким никнеймом как будто бы уже достаточно. Привет, Ван-де-Морт. Недавно вышел классный сериал. Нет, ну вышел классный сериал, называется слово. Пошел нахуй. Спасибо за 100 рублей. Однако, из Европы заберу женщину 18+, чтобы смотрела за моим китиком, пока на работе. Буду писать в ЛС. Максимка, нихуя себе. Я тоже мог бы... Я даже Алину оставлю тут, буду перевести. Я кота твоего нахуй никуда не двинется, ни лево, ни право. Будет под постоянным наблюдением. Это как вино с годами, только лучше. Бля, спасибо большое. Ван, здорово. Да. Здорово. Спасибо. Бля, только я стример. Обожаю тебя смотреть. Спасибо, спасибо. Просто, пожалуйста, передай привет Юльке. Кому? Я бля, чел, нахуй, ну что ж ты нам напердел, непонятно, бля. Кому привет? Привет кому-то там, Александр 2631 передал. Бля, нихуя не понял. Кого он сказал? Юльке какой-то. Юля! Какой-то. Юля, привет! Надеюсь, что там Юлька, а не кто-то другой, блядь. Или Юрка. Прикиньте, подстава ебаная, типа, блядь. Просто сидит такая девушка с ним, блядь, зовут. Другу передал. Да-да-да-да-да. Передал другу, блядь, а в итоге... Там, уважаемый Юра какой-то сидит, блядь, 45 лет, нахуй, мужик. Или Юльке с Махачкалы, блядь, не? Или... Ну, я не знаю, я не могу, нахуй. Ты там что-то... А может, и Юлька? Типа, Июль? Да хуй его знает. Пьяный, наверное. Короче, всем привет, кому привет. Да, всем привет, кому Александр привет передал. Может, вам еще и ножки скинуть? Не, ножки не надо, можно просто, ну, себя во весь рост посмотреть. Мы верим, что они у тебя длинные, да-да, и красивые. Блядь, Вася, подожди. Да даже я так не унижался, блядь. Блядь, фу, нахуй. Знаешь, а с другой стороны, Вован, блядь. Куда я попал, блядь? Не, а с другой стороны, я такой, ладно, тебе скину. Нет, а с другой стороны, типа... Вот он сейчас фри, и он может, знаешь, вот так вот флиртовать. А я даже чуть-чуть вот завидую, блядь, в этом вот, плане. Вот я к этому тебе говорю, что понимаешь, у него есть зона для флирта. Пускай даже такого своеобразного. Своеобразного пожилого. Ну да. Дил Ликс собой себе нафлиртовал. Я не стримами не хотел бы попробовать поиграть в хор-кооператив Азмофобия. Мы играли... Сейран Герол, спасибо. Мы играли, просто, ну, мне Фазмофобия не особо понравилась, она какая-то корявая и говняная. Вот есть демонологист, по-моему, да, или что-то типа такого. Она поприкольней вроде, как бы, мне показалось. Повеселее чуть-чуть, пободрее, поприкольней. В нее мы играли у Генсухи, по-моему, да. И
неправильно понял мой донат. Я там пытался о другом тебе донести. Бля, Николай, знать бы, что ты еще донатил, блядь. И сколько... А. Ты можешь стать кем-то, у кого плечах не будет. Это понятное дело. Нет, я понял, что ты хочешь. А то, что школьники делают, так я согласен с тобой. Да нет, мне похуй, типа, есть этот сериал и есть сериал. Просто, ну, мне поебать на него максимально. Просто не хочу смотреть, и все. Ну, я же могу так сказать. Возможно, он пиздатый, он крутой, не я. Но... Ералаша не забудем. Передай моему другу Андрею привет. А еще, Андрюха, смотрел ли ты слово пацана? Блять, не успел, сука. Меня все заебали. Какой-то стрей-момент, блядь. Проебали мне в рот, всех ебал. Я уже подрочить сходить успел, а у тебя все еще макароны на экране. Надеюсь, они тебе понравились, мужичок? Приятно побалдел? Могу вот этот слайд с с пустой кастрюлей тебе нравится? Спагетти. Покажи, как спагетти забывают на яйца, кастрюлю. На яйца гонял еще? Вообще, думаю, погонял, блядь. Тихо. Ровка, чё, мне понравилось, хороший выбор. Кто? Какая Линка? Надеюсь, не моя, блядь? Моя дома. Никогда нахуй сливки в карбонару ебану не карбаран? Блять, ну, карбюратор, блять, сливки это нахуй хуёвые. Бекон жарим до такого состояния. Бля, выглядит вкусно, кстати. Микс. Не, говно ебаное. Стопохлёбка, вкусно, блять. Да говно полное. Да вкусно, Валера, блять, хороший. Он сливки нахуй ебал туда из сыра. Тихо. Здорово, Владислав. Владислав, да я. Чё, как у тебя дела? Нормально у Владислава. Слово пацан смотрел? Блять, сука, да. Сейчас я, блядь, я сразу готов, тихо, я готов. Давайте сразу, кто в чате зарабатывает от стакана? Если меньше, то это все, чушпан нахуй не нужен. Блять! Ну вообще-то мы тут все 100 каплю зарабатываем, если честно, да? Что случилось? Я 100 и 1 рубль. Главное требование, что он бы... Что... Я тоже ищу мучинку какого-то. Главное требование, чтобы он не был Саша. Или... Или Артём. Охуел, уебан. Уебан, охуел вообще в край, блядь. Ну, Валю Кринжа спою на ночь и приготовлю борща, блядь. Не, борщом в 23-м году никого не удивить уже, блядь. Типа, сори, конечно. Это уже старый мем. Посмотрю слово пацана, охуенный сериал. Не, хуёвый. Сберите меня к себе, бедного айтишника, мне 17 лет, 191 рост, 100 килограмм вес. Хуя ты большой, блядь. Как вымахал 19, 18 такой. Ладно, дайте для ТикТоки уж смотреть. Еще один плачет. Китик! Жесть. Наглый. Это Милий. Мне его в тебе срочно надо кошку или кота заводить. О-о-о! У меня был генератор коловар к играм, блять. Я с генератором сидел, генерировал. У всех было, брат. Я все эти игры. О, в это играл! Я во все играл с мамой, это пиздец. И самое главное, что они охуенные были игры, пиздец. Масяня. Масяня. Масяня экстремист, кстати. Да. Зума, Масяня. Муджанг ебаный. Чё-то Ghost Exile по типу Фазмы, только с изгнанием призраков, в принципе, поинтересней. Вот это я не знал, кстати, в этой игре. Вова, спроси у вас... Ах ты, бля, какая, а? Чего? Чё? А я не буду спрашивать. Чего? Ну чё ты крысишь-то, блядь? Да, Вася, смотри, спросить нет. Хотела женщина что-то. Не, я не буду спрашивать. Это какой-то Хесус момент сейчас происходит, блядь. Ага. Ладно! Чё, молчите? А зачем спрашивать, блядь? А вот, чё, ну... вы замолчали, блядь? Типа, слушаете, что ли, блядь? Ну да. Ну. Меня никогда в жизни так не слушали. Ну ладно. Вован, спроси у Васи, нужна ли ему высокая женщина, которая очень вкусно готовит. Нет, не нужна, он сам вот готовит. Я об этом и говорю, вопрос как... Он ну, в чем сам... вопрос, блядь? А он ты не пизди! Миша. Стоп. У тебя тут тоже, блядь, одна нахуй есть. Не понял, что прилетело, блядь. Пацан.
Не, все правильно прилетело, блядь. Реально, не пизди, Миша. То, пацан, хорошо прослушал. Что, я сварщик, только ученик на заводе. 45 в месяц, 5-2, с 8 до 18. Пошла на нахуй, мне 18, я инди в обучении. Да это байт был, господи, ну. С моего ху... Опа, скип. А потому, потому, потому. Бля, это охуенно. 300 метров от вас. За 3000, блядь, сядешь мне на лицо? Я нет. Ебать. Кто-то может быть. Это бы уже давно свою телегу кинул бы, дурак, блядь. Спасибо большое за 3000. Так, ну что же, сука, не мат, поэтому вот так. Бля, стрел. Поехали. Так, я прохожу. Как это, блядь, тут? Так, ну как? Бля, давай ебало завали свое, блядь, друг. Тут, походу, и так можно. Значит так. Это мне? Идет, нет. Идет голосование за лучший, блядь, мат. Лучший мат. Сука, ебануться. Ты за сука проголосовал вначале? Бля, как сбросить тогда? Блядь, не то. У тебя, блядь, как связующее. Его. Сука и блядь. Блядь, поприкольнее, чем сука. Блядь. Да голову наклоняй, да тянись туда. Да вправо, блядь. Бородком сука. Тянешься. Да как? Бля, макушкой. Макушкой, блядь. Псих ты ебаный. Блядь, что ты делаешь? Да телефон не дрыгай. Поставь его перед лицом, блядь. Да что плечо, блядь. Ну поверни голову, блядь. Вов, ухо прижми к плечу. Неужели? Спасибо! Дмитрий Ликс момент, блядь. Так, да я старый человек, блядь. В моменте отупел. Я под пивасник. Из-за, блядь, проголосовал. Бля, кстати, блядь, когда за бутылкой тянулся. Так, лучший мат, пиздец. А я, погоди, за что я проголосовал-то, блядь? За блядь. Я сказал, ты за... Ну вот смотрите, пиздец, это когда... Ну это... Дало! Кутакбас лучший, блядь! Кутакбас! Кутакбас! Да, блядь, чё ты делаешь с головой, нахуй? Кутакбас! 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 Кутакбас лучше всех, походу. Да я не могу найти его. Сил чела, блядь, шею целую, инсульт ёбнул. Чел реально подбородком тянется, блядь, к этому нахуй вариант. Тапайте по экранчику, ребят. Забирайте сундучок. Это все хуйня, пацаны, это какая-то нахуй. Ваши слова, пацаны. Тихо. Парфельчики собирайте, ёпта, и нате, раскумарьтесь. Ебать, чел, я бы трусы чекнул после такого выстрела, блядь, внезапного. Там хороший. Мне нравится, что они на фоне дети смеются, блядь. Так это стрим был, вот. Ну, Цезрада. Цезрада полная. Это уломаки. Пиздец, а что так метет-то, блядь? Это в Одессе сейчас так? Да не сейчас, это пару дней назад было. Как он выебался тогда, у вас там замело, а у меня все пизда, а то у меня солнце так, светит, о нахуй. Так это ж пиздец, у них сначала... Так это сначала у нас было, а потом до вас дошло. Кого у вас-то, блядь? В Молдове было? Так это сначала у нас было, потом... Потом, ну, потом в Украине, и потом, блядь... Ну это одновременно, у нас было и в Одесской области. Одновременно в Молдове и в Украине. Потом в Минск уебало, потом в Москву улетело. А я вчера встал, охуел. One too many time. Блять, хочу маленького котенка, чтобы он всю жизнь был маленький. Вы помните ТикТок? Нет, дворфизм. был ТикТок, да. С котиком дворфизмом. Это у него болезнь такая была. Такой реально существует? Да. И он реально маленький котенок был. Ему там было 12 лет, и он такой уже старенький, но он котенок, понял? Классный. Не знаю, я не помню, как его звали как-то. У него такое Олег, имя. Олег, прям... наверное. Не помню. Сейчас чат напишет, они по-любому видели этот ТикТок.
Не, манчикин это с короткими лапками. Нет, котят, блядь, да хватит, котят, сука, всех маленьких котят, кошек называть манчикинами, блядь. Вот так вот. Это если бы мы всех маленьких людей жирафами называли. Да, хватит, блядь. Так мы и называем и так. Франсис его звали, точно. Котик Франсис, посмотрите, с дворфизмом. Вообще охуеете, такой кьют вообще, ёбнитесь. У меня Алина показывает, я говорю, бля, как такого же типа найти? Хочу, чтобы был котик, который всегда котенком был. Ну это, кстати, прикольно было бы. Очень прикольно, да. Ну понятно, что это болезнь, все равно. Но это очень классно. Пускай выздоравливает. 80 нет. Такая круглая семья. На круглой планете. Не знаю, я уже, блядь, в 12... Ой, какой 12, блядь, что сказал? Я уже лет в 9, наверное, понимал, что это для дебилов малолетних, блядь. Которые сиську сосут. Мне было не смешно, я это не смотрел. Клоуни ебаные, я вот так смотрел. Ну ты крутой, ты в 12, ты в 9 лет уже, наверное, этого, черепашек ниндзя смотрел. Бля, чел, я так сначала еще говорю, я в 12, блядь, так зажанулся, блядь. Потом что-то подумал, запоздал немножко. Да-да-да, что-то думаю, в 12 было бы странно, если бы я смотрел. Я до сих пор смотрю. О, это вот этот с Петербурга, блядь, возле галереи стоит, фоткается, блядь, за 500 рублей, уебан. Это он. А это из того ролика? Это разборки питерские. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это там, а короче, в Питере ходят статуи такие, блядь, наебывают людей, блядь, там. То золотой, то, блядь, серебряный, нахуй. Нихуя, только в Питере, блядь, в Москве таких не видел, блядь. В Москве ходят. Чел пишет, я дрочил на нее, ты вообще конч? А челу 30, или нет? Ты про какой слайд, уебан? Блядь, ты зачем, блядь, дальше не листай нахуй вообще. Так если я свой телеграм спалю, то даже не только женщины писать будут, а все, кому не лень. Хороший байт, Владимир. У ебота есть сертификат на ТикТок? Нет, мы хотели сделать, но что-то не пошло у нас. Я хотел типа посадить, который бы на поток это все поставил, но он что-то как-то слился, он подумал, что какая-то хуйня. Пока ты думаешь, я рабочую схему предложил Трикси, он сейчас будет ее реализовывать. С подписью приложений через темщик. ТГ. Ага, темщик. Понятно. Что, Триксик? Ясно. Нет. А, ты темщик. Потом я думал, потом... А, Вася темщик. Потом ждем видосы, где Вася мордой в пол. Не, если у вас есть какая-то тема, там сервис, где вы, или телега, где вы там сертификаты подписываете, напишите, пожалуйста. Называется... Сейчас сработаемся, я думаю, прикольно будет. Gbox называется приложение. А, Gbox, блядь, так это хуйня, ебать, тоже сертификатная. Gbox это, блядь, просто приложуха, в которой ты можешь, блядь... Но ты как сам можешь подписать своим сертификатом. Как в CD ты можешь сделать. Ты можешь взять этот сертификат свой, поставить Gbox, подписать Gbox сертификатом, установить его, и через Gbox подписывать другие приложения, а также как в CD можно, блядь, репозиторий указать. Я у чела купил репозиторий, там, за 1000 перманентный. И у меня там просто список приложух просто ебать всех, нахуй. Разных взломов. Хоть до Free Fire, блядь, с ВХ, нахуй. Мяу! 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 Давайте самого остроумного тиктокера. Открываю сейчас комменты, пишет. Ты ему слово, а он тебе мяу! Давай смотрим. Сам такой, сам такой. Вот очередняра, блядь. Андрюха инпо 1337 нашли. Да хуй пошли, ты и твоя баба. У меня кружится голова, я не пьяный, я иду спать. Ух ты, ебуть твою мать. Красавица какая я. Ух ты, ебуть твою мать. А мне иногда кажется, что тут люди не угорать приходят, а на котиков смотреть. У меня пиздец рекомендации с котиками. Немножко феминизма, немножко сексизма. И вот он, идеальный тикток. Слышь, тут по типу фазмы со знанием... Да я понял, Little Fox. Но я не смотрел, у нас времени нету. У меня завтра партнерский стрим, я вас завтра жду всех обязательно, чтобы вы пришли. Денег заработаю.
поможете мне с этим. Буду благодарен. Завтра GTA-шку посмотрим. 7 числа у нас с вами уже... Я тебе дам сейчас факт, блядь. Ты хуесос. Короче, 7 числа будем ебашиться в этот... The Day Before, который у меня уже есть. Спасибо. И у меня будет. Спасибо разрабам из FNTastic. Наверное, Fantastic, правильно? Они мне дали ключик. Если вдруг они увидят это обращение, был бы рад. Еще буквально там 5 на розыгрыш сделал бы ребятам. Я бы попушил игрушку даже. Ну, просто за 5 ключей разыграл бы для своих. Был бы рад. Я, правда, стесняюсь очень сильно еще раз на почту написать. Поэтому вот. А у тебя почему рекламный стрим этот? Да я не помню, вот игра стрим. Какая-то. Алло, сразу говорю на будущее, я не Омешка, я не слаб... Бедный. Вкусняшку мне дали. Бля, его погладить хочется очень так, потискать, блин. Да будет Little Company. Не знаю, можно сделать в ближайшие дни. Надеюсь, у меня с носом проблемы пропадут за сегодня. Ты капаешь что-то в нос? Я снупиком въебываюсь. Сколько дней? Ну вот 4-й, последний, больше нельзя. Нет, снупиком это клотримазол, до недели можно. Там 4 дня в инструкции. Блять, это неоксимидетазолин, блять. Сань, ты, блять, ты, сука, в своей химик вот ебаный. Давай, да, блять, там тоже прокапанный, блять. Сидит, блять. Это иди. Я с лором обсуждал. Не пиздеть, у меня а что за лор? За лор поясни. Гидроканабинол и успокойся. За лор, я с лором обсуждал, потому что у меня был, блядь, как раз таки... Вась, тедрогидроканабиноид, это, блядь, вообще-то, ну, нахуй, ТГК, это травка, блядь. Я знаю. А нахуя ты, блядь... Я на его языке... Вася решил пропихнуть. Нет, просто, я типа... просто объясняю ситуацию. То, что у меня была тема, что у меня был... Саня, внезапно, короче, что такое ДНК полностью? Денитро... Нет. Блядь, не говорю. Дезоксирибонуклеиновая кислота, братик. Она нихуя ты... Как ты выучил? Ты зачем вот, это блядь, знаешь, это блядь? Ты запомнил, а что такое принцип юридического единообразия, нахуй? Ты зачем это знаешь, блядь? Что такое принцип юридического единообразия? Что за единообразие, блядь? Что это за слово, нахуй, ебучее? Бумное, блядь. Сам выдумал, значит, что ли, блядь? Единообразие, это значит везде одно. Спасибо, Вась. На, креветку тебе. Сука. Пиздец такой. Блядь. Пиздец, голые креветки в ТикТоке постить, это полный пиздец, я считаю. Одевайте их. Ну, сосков не видно, значит. Ай, блядь, вкусно, няма-няма. Я... О, еще и спинки почищенные, бля. Кайф. Мне один раз, короче, какой-то дорогой ресторан спинки даже им не почистил. Вы в курсе, что их надо было чистить? Я только, сука, от этого узнал, Куплиновых, так сказать, от Обломова. От Обломова узнал, что надо спины им чистить. Потому что там какашка. Там говно, да. А я не знал, прикиньте, всю свою жизнь, блядь, варил и так, ам, блядь, ам. А я всю свою жизнь с говном не варил. Прям с говном, реально. Ты... А нет, даже мелкие ж вроде замороженные, там тоже говно. Говноед. Уебан на Тинвейв. Это Тинвейв пишет, блядь. Это Тинвейв. Чисто на кейсу пришел смотреть. Тебе премьер Ломаки ребят, это жизнь победа. Помог? Микроволнов Кирилл Александр. Блядь, ебать, мультиварка, блядь. Владимир Сергеевич тебе отвечает. Да-да, я, блядь. А прикинь, девушка будет. Чел, у меня, клянусь, нахуй. 3 месяца назад... Я выдернул, блядь, эту хуйню, и у меня вот эти, понял, остались там усики, блядь, внутри розетки, нахуй. Ох, ебать, это мега опасно. Это страшно. Вызывал электрика, блядь. А нахуя выключаешь, блядь, свет просто и... Вася, я щиток, нахуй, я вот снимаю квартиру, я не могу щиток рукой тронуть, я боюсь, блядь, меня убьет, блядь. Берешь, клянусь. Галоши, и все, заземляешься. Алинке даёшь швабру в случае чего, блядь, деревянную. Я же вам рассказывал, чат, что типа у меня боязнь не просто так, у меня шиза, потому что меня током било. Ебать, как сильно. Я чуть нахуй не охуел тогда. Я думал, всё, ГГ. Рассказывали, что нельзя одновременно в 2 отверстия, чтобы типа что-то вставлять.
Миша, иди проверь, два отверстия, главные люди, умные люди. Миша, главное, чтобы писюны не терлись. Тогда можно вставлять два отверстия. Так, тихо, готовлю скипать. Здорово, Валентин. Здрасте. По фичу передайте, что Ростик теперь не с нами. Кто не с нами? За руки с ними не здоровайтесь и стримы не запускайте. Слово пацана. Блять, ебан. Чё ты, блять, спизданул? Бля, нахуй не успел, блять. Можно круто закрыть экзамены за деньги. Да нет у меня этого, блять. Я не закрывал экзамены за деньги, я только этот покупал, блять. Хуйню эту, как это называется? Диплом. Не говори, не говори. Не важно. Нет, ну эту... Уважение. Ну как это купил, блядь, и потом, сука, защищал и переписывал в итоге, потому что хуйню диплом. Купил. Да. Диплом, диплом. Я пришел с ним, а мне сказали, хуйня переделывай. И я пошел переделывать эту хуйню, редактировать. Бля, это был полный пиздец. Я его наизусть даже выучил, блядь. В итоге вышло так, что я его сам сделал. А я его за 20 тысяч купил, блядь. Ебать, что? Пропажа мальчиков в Красноярске. Пятеро школьников собрались погулять последний раз. Их видели в дворе дома номер 16 по улице Глинки. Вечером 16 апреля родители пропажу начали обращаться в милицию. Первичные поиски результата не дали в последующие дни. На поиски было брошено 200 милиционеров, родственники детей. Дело сразу получило общественный резонанс. Родителями встретился начальник ГУВД Красноярска, который пообещал искать, пока не найдут. Обнаружение произошло 8 мая при достаточно странных обстоятельствах. Во-первых, неизвестно, кто обнаружил тело мальчиков. По неподтвержденным сведениям, это были сборщики металлолома, которые слонялись по... Чего, блядь? Полиция сразу выдвинула версию. Дети сами полезли в коллектор, и произошел несчастный случай. Эта версия изначально была абсурдна. Глубина коллектора 3 метра, диаметр примерно 1,5 метра. Тесновато. Глубоко для игры даже пятерым мальчикам. Ради отказа представлять результаты вскрытия в сентябре родители убитых поставили палатки коллектора, объявили голодовку с требованием ознакомить их с результатами экспертизы труда. Требование было выполнено. И выяснилось, что Дмитрий Макаров задохнулся продуктами горения, то есть был сожжен заживо. 18 декабря уголовное дело было закрыто. Полиция вечно утаивала что-то, и вряд ли закрытие дела было из-за недостатка улик. Убийцу так никто не нашел. Пиздец. Я еще такую же историю читал, где чел в туалет залез. В любой беде поможет всем. Люсьен. Моя душа такая нежная, такая сладкая и снежная. Она не... Ты пошел нахуй, блять, уебан. Вот это факт, кстати. Ай, блядь. Я такой чел уже $300, блядь, год вернуть не может, нахуй. Чё ты пиздишь на меня, я тебя возвращал, блядь. Не тебе, я говорю вот этому, который такие истории постит. Там чел говорит, там... В ладно, историях, блядь. Один раз такое у меня было в истории. Не. Что ты, блядь, хуяришься, блядь? Да не ты, там чел в историях... Миш, ну скажи, Васян опять взял, нахуй, не вернул, блядь. Я там говорю, чел в историях криптообменники какие-то свои открывает, какую-то хуйню, блядь, и мне $300 не может вернуться, морозится год, блядь. А он эти покупал, понял? Как их там, блядь? Тоны. Да хуй его знает, что он там покупал, нет, сука, деньги верни, блядь. Да и коинцы. Донатер слабый, девочки, холод, готов в вас влюбиться. Иди в пизду, ничего, даже не скину, блядь, никуда. В общем, еще девушку 19-22, ростом 170+, СПБ мне... Блядь, почему никто про... Почему никто не обращает внимания на малышек 150 ростом или чуть ниже, блядь? Это ж вообще кайф, обращают, блядь. Обращают, ты чё? Блядь, общественные органы обращают, блядь. Ой, блядь, ну я не про этих, сука. Малышки ниже 150 ростом, блядь. Бля, я это слышу, прям это, какой-то, блядь, комментарий рофлся, блядь, везде, нахуй. Да-да-да-да, блядь. Сука. Глебас, блядь. Бля, мне нравятся черные кошки. У них вайб. Краснодар. Осуждаю, что за магазин такой, блядь? Бля, уже этот видос просто переёбанный, пережатый, блядь, уже кубик меньше становится.
Ебать, мой шапчик нехуйный. Это жизнь пацанов после получения военника, блядь. Опять ты со своими пацанами, иди нахуй уже, а. Реально, блядь, Валера, сука. Сука, блядь. Кровь и асфальт. Кровь и говно. Я никогда в жизни так не радовался, когда военник получил, блядь, я как будто заново родился. Вот да, кстати, пацаны, когда военник получаешь, там прикольней намного все. Я прям аж выдухнул, блядь. Не служил. Так я говорю, Шпан. Там как будто, вот понял, как реально вторая жизнь. Просто если кто думает, вы сейчас экзамены сдадите и будет у вас все кайфово. Потом военник надо еще делать. Блять, ну как делать? Если вы болеете, конечно. Если что, я сразу... Сдавать все. Я сразу два военника получил. Два военника. Блять. У нас реально вот в Беларуси сразу два дают. Нет, да, не чат, не чат чушпанчиков, а чат айтишников сразу. Хопа! Не, айтишники — это коммерцы, правда. Я когда поступил на IT, ну, когда меня взяли на работу в IT-компанию. Да. Ребята, не мужил, не служик, поняли, блядь? Факт, нахуй. Ух, ебать, тренд, нахуй, 5 лет грузился. Мне поможет. На какую машину? Я просто не мужчина, если не куплю. Ой, бля, реально говно, слышишь, мать? Мать, музыка реально говно. Кольцо, я лаве слил на говнецо, опять обнюханный. Какая годовщина, не забыть. Я почему-то, знаешь, кого под этот трек вспоминаю? Бобра. Хорош, мужик! Вот хорош ты так. Ты смотрел «Слово проктолога»? Говно на свадьбе, пошел я нахуй. Мне 21 год, твой рост 150, не люблю. Так классный рост вообще. Маленькие девчонки, но в плане не возраста, а роста классные. Мне нравится. У меня гигантелла, блядь, 170. Ну, для меня, по крайней мере. Я 173 просто. А маленькие классные. И вот, кто полностью согласен? Да-да-да-да-да. Мне 12. Ты че, блядь, давай, иди отсюда. Выбрал вместо поступления в универ заниматься 3D, опыт уже 2 года, начал 16. Из плюсов на работу со 17 может пойти, но отец не поддержал, говорит, что универ лучше. Да, блядь, забей, это пожилые люди, блядь, они всегда так говорят. Ну, кстати, про маленьких я согласен, мне тоже нравится. Максимка! Ты вообще у нас по этим, по собачкам, Максимка. Максимка Мац. А ты пиздачочек-то прикройте, пожалуйста. А мы то тут что? Серьезные вещи скажи, обсуждаем. Скажи фразу вот эту вот про мы пироги ебаные. Мы обсуждаем здесь серьезные вещи. Все, пожалуйста. Владимир, продолжайте. Соевые либералы. Спасибо. Соевые. Продолжайте. Букинги. Таких здесь нету. Вот ты заебал, блядь. Я, чтобы этот военник получить, нахуй, пошел на срочку, ебать. Водителем. Ага. Так. Перевернул КамАЗ, нахуй. Остался должен. Сука, по образованию айтишник, нахуй. Блядь, перевернул. Блядь, уебан, а. Слово ломаки, мама в асфальте. Доверишь айтишнику машину, он ее перевернет. Блядь, ну хватит, пожалуйста. Кем мне спермы? Так, пришла на работу.
Нет, я знаю, кто пенсии ворует. Ты можешь завалить ебало, блядь, уже, сука. Блядь. Бля, люди фрики просто. Это ломака, блядь. Да, не, это Дрейк сразу первым делом в шахту за алмазами. Зубах, ну да. Бля, вообще охуительный трек у Рокета вот этот. Просто пиздец. Он до меня только сейчас дошел. Охуенная работа, бля, лучшая вообще за все, что он делал когда-либо. Так вкатывает, пиздец. Кто хрюкает, блядь? А что это с ним? Командир института Форсера. Гордо. Allora, assaggia questo. Intanto. Non ti piace? No. Это Саня Гвин. Ты сигура? Она что, она карачка сделала, блядь, из ручек его или что? Нет ручек, нет граната. Ой. Я у них в натуре свинья, смотри. А, нет, есть ручки. Ma scusa, ma ti piace? Sì. Ti piace così tanto? Ciao da guida turistica. Есть граната, нет ручек. Блядь. Чуваки, ну хватит, блядь. Как я это сказал? Сказ. Выбить зуб подруги за 50 тысяч долларов или... Да. Да, блядь. Выбить зуб подруги. Выбить зуб подруги. Да хуйня вопрос вообще. Типа, за эти 50 можно назад и ставить его. И даже за рубли. Да. С восьмом рядом не ходите, блядь. Вот они подруги же. Ой, блядь! Какой еблан ее вообще придумал? Быстрая медитация от нежелания искать работу. Нахуй надо искать и рвать жопу на работе, если будешь делать это хуево. Когда по деньгам будет... Мне нравится мыть. Ты чё, больной? Сходи к психологу, блядь. Полечись, таблетки попей какие-нибудь. Мыть посуду нравится. Чё, вообще больные, что ли, блядь? Мне тоже, вы что, больные реально? Вам нравится мыть посуду, блядь? Я не а могу. А потом из раковины остатки вот рукой, так, рукой, блядь, брать вот так и вот. Жмать да, нахуй. О, помыл, ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням, блядь, взял, выкинуть это, а бля, я не могу. Волос какой-нибудь, блядь, списки хуйни. Бля, я не могу, я мою посуду вот так пальцем, блядь, вот так двумя, блядь, губку тру, блядь. Не могу это мыть, блядь, мне плохо, нахуй, наблюю. Я поэтому одноразово пользуюсь. Ой, фу, блин. Сань, спасибо тебе за то, что ты чмо ебаное, засоряешь нашу планету, чмо мне ебаное. Мне похуй, долбоёб, я умру, блядь, через 20, мне поебать будет, блядь. Вообще, а твои похуй, дети будут засрать. Дышать пластмассой, ублюдок. А мне на них тоже похуй. А твои сестричка? Они же вырастут. Они тоже засрут, тоже помрут. Типа, блядь, ну... Так работает планета. Ребят, если кто не думал и не знал, это примерно моя жизнь. Можете немножко мне позавидовать даже. И тут еще Overwatch нужно добавить немножко. Да, просыпаюсь, не чистя зубы, иду играть в Overwatch. В трусиках. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот
Опа, так, пошли психологи мои. Let's go. Джонни, спасибо большое. Джонни, нам нужно срочно делать сертификат айфона. За что 1111 рублей? Это типа налог мне пришел или что? Не понял прикола. Ребят, сегодня какие-то ёбнутые, блядь, были доходы. Сегодня, сейчас скажу, сколько, блядь, заказов было сделано, нахуй. Вы охуеете сейчас. Сегодня 870 и в обработке 790. Охуеть. Заказов. Это пиздец. Уже задержки появляться начинают, если что. Там на... уже работяги не справляются, блядь. Промик. Да вы охуели? Я вам 100 тысяч уже разыграл за неделю, блядь. И нет. Там еще скоро компедиум вроде должен выйти. А я говорю, мы в ахуе, да, типа, сидим. У нас еще так стакнулось, типа, этот Fortnite ебучий, понял? С этим, со Steam'ом. Блядь, забей. Там сейчас еще Дота и каникулы вот пиздюков. И еще Новый год плюс деньги пиздюков. Ладно, я хочу... Тогда я вам сейчас дропну промокод, а вы мне тогда фоллоу на канал. И завтра придете на партнерский стрим. Договариваемся? А я халяву сейчас загоняю. Или сейчас нахуй стрим вырубят, вы помните. Он может. Не буду, а во сколько у тебя будет партнерский? Не помню. А, блядь, во что играю, не помню. Когда не помню. Только новеньким тогда. Тогда ладно, тогда новеньким и стареньким. Одному старенькому, блядь. Сейчас создам тогда, погодите. Добрый вечерочек, уважаемые. Здравствуйте, здравствуйте. Что здорово, здорово, Джоник. Что такое, Джонни? Просто, а что, нельзя? Кикнули уже с 89-го. Мы тебе всегда рады. Просто ты сначала в чате сдонатил, потом пришел. Короче, промокод это для бота моего, если что. Который сервис по оплате, ну, сервисов игровых, там, типа санкции, все дела, это обход, бла-бла-бла, можете пользоваться. Это в описании такой синий уебан. Вам сейчас в чате его поспамят, вы его сразу в баннере найдете. Туда просто начать нажимаете. И, в принципе, сейчас я вам скину в чат его. Один я сделал уже. Копите их, потом оплатите что-нибудь. Советую копить. Комиссия приличная, поэтому... Уже умер, да? А он... Я даже еще ничего не скинул, уже сдох. Челы сейчас сидят, которые нажимают кнопку F в сети. Блядь! Да, там прикинь, там сейчас заказы в ахуе, понял? Еще эти, блядь, пришли. Порадуются люди, которые ждут заказа своего сейчас. Бля, а ты не хочешь на экране выводить, чтобы люди сами ручками, кто первый... Не, пусть пишет? Копируют. Да, там одни пишут, а вторые просто Ctrl-C в приложуху, и они им текст выдают. Ну, кто быстрее? Ну, скрин с айфона сделал, все, блядь. И скопировал. Так, а этот для новеньких сейчас будет, вот создал. Минус 50 тысяч, нахуй. Ох. Вова, при этом я уже проебал 3 года жизни пустую, хоть раньше учился в УДИКе, разочаровался в учебе. Юрфак. Просто хочу заниматься 3D, твое мнение интересно. Да, блядь, а чё я тебе могу помочь-то? Прикольно. Чё по кайфу, то и делай в натуре, блядь. Жизнь длинная, блядь, в твоем случае, если ты пиздюк 21-летний. Ещё много чем будешь заниматься потом. Кидаю следующий. Если кирпич, блядь, упадёт. Да, и всё, и пиздец, и не будешь ты ничем заниматься. Ну, занимайся чем хочешь, брат. Скинул. Не думай ни о чем. Не это, думаю, копируйте то, что я кидаю. Тут уебаны пиздят, блядь. Половина это просто хуйню нарандомили, блядь, тут. Наебывают специально вас. Так, смотрим, короче, психологические факты. А кто у нас молчит в Дискорде обычно? Не, я, блядь, заболел уже, нахуй, не хожу, короче. Какие-нибудь физические нагрузки? Какие? Ну, пивка вот сейчас пью, блядь. Физическая нагрузка, бутылку поднимаю, чё? Нагрузку на печень сделал. Сегодня день печени. Да, сегодня, ребят, сегодня день, ну, день печени, завтра день жопы. А что это за пиво? Старый мельник. Понял. Типа хуёво всё? Не-не, просто. Молчаливые люди много разговаривают с людьми, которых хорошо знают. Факт? Факт. Да. Так они не молчаливые, получается? У них всего 2-3 друга. Факт? Не факт. У них самая красивая улыбка и странный смех. Факт? Не факт. Они застенчивые, не могут поддержать зрительный контакт. Факт? Факт. В них много гнева, не злите их. Ой, это я. А может стакаться такое, что у чела уверенности не хватает, поэтому он молчаливый? Или нет?
Я не ебу, я чё, психолог? Это он психолог, хуйню несёт. Они держат свои чувства и боль в себе, думают, что никому до них нет дела. Да. Они очень лояльны в большинстве отношений. Как только они освоятся с вами, они станут дикими и веселыми. Не Вы факт. Можете больше никогда меня не увидеть, поэтому пошел нахуй, блядь. Оп, непон. Охуеть, спасибо. Собственно, была проблема. Не знаю, в чем. Я лежал, кутаясь в свой краешек одеяла, и мне было хорошо. Это бля, я... Да, я тоже думал, что он сейчас скажет про пальчик в попку, и он провалился. Чисто пена. Я лежал, и пальчик в попку сунул, и он провалился. Я стал частью чего-то большого, многорукого и многорукого, теплого и болтливого. Я стал хоть. О, такое было. О, была. А может быть даже костью. О, у меня такое есть. Это Херби. А, Херби. У меня у сестры такие есть. Кружилась голова, и все равно давно уже мне не было такой. А Херби, не Херби, а Херби. Херби. Я с Айхербом перепутал, извиняюсь. Ферби. Сказал, что я проведу эту ночь. А дракоша где? Разомлевший и счастливый. А ой, это шо, блядь? Это блядина, это клубнично. Это, шо, блядь? Это быстрый Нэш, чё, не понял? Химия. Смог бы я в этом... Протеин, блядь, чё ты тупишь? А, братья, всё понял, блядь, так бы протеинчик, сказал. Протеинчик, да-да-да, протеин. Понял. Чтобы дристать потом. Чтоб писька не стояла. Пожалуй. Бакуганы! Это бакуганы. Сказки. Нет, Миш. Учимся говорить... Где, Миш, Бакуган. Г, скажи Г. Миш, морозилка. Миш, это морозилка. А, морозилка, морозиловка. Ты можешь Бакуган сказать, Миш, нормально, блядь? Да, а блядь, ты тоже скажи, что а ты, блядь. Да, ты тоже. Я почему нахуй Букаган? Да Бакуган, блядь! Букаки. Букаган это, блядь. Миша, Бакуган! Да не ебёт меня! Бакуган! У меня Букаганом все называли. Миша, Бакуган, блядь, ты что, не понимаешь? Г, блядь, да идите нахуй, блядь. Миш, скажи Г. Ну, Г, Г. Бакуган. Г. Вогник жарко. Сука. День страны просто начал заниматься собой, ведь недавно я сказал, что 21 при выведстве, я понял, что это просто пиздец. Васян, не загоняйся, блядь. Хорошего человека должно быть много. Это первое. Второе, можешь заняться и будешь меньше. Не Василиск, с дурацким снеговиком. Вот там, это what the fuck нахуй, это что такое? Это светящийся. Это для пластилина, это для пластилина. Нет, это светящийся. Да нет, это для счетов, не, это считали нет. Ими. В каких счетах там, это деревянные чипы. Я никогда не знал, что это за хуйня, но там просто какая-то жидкость, блядь, ебаная, там полужидкость, полухуйня. Вот да это было, только у тебя жидкость была. Это счет. Читать учили там. Три как палочки, постить? Плюс, постить. Вот я сейчас покажу. У тебя наверняка кто-то будет подписан сразу. Рисуночки твои. Главное, что... Ух ты, ебать. У тебя нехуевый такой стиль, блядь. Как ни странно. Это прикольно. Эскизы? Это эскизы? Это эскизы для татух, реально. Сейчас скину, может кому-то понравится. Держите чат. Прикольно. На грудь девочки какая-нибудь набьет себе, будет красиво. На попу. Или на письку. Блядь. Это на пизду татуировка. Ой, блядь, чего вы несете, блядь? Вы? Так нет, посмотри прям. Это на пизду тату, ты посмотри. Оно идеально туда. Оно идеально туда кладется. Вот ты представил, не слушайте этих, блядь, старых нахуй. Просто представил, Ван. Вот ты снимаешь трусы с нее, да, пизду отлизать, а там вот это, блядь. Я бы не лизал. Я бы тоже сказал, блядь, типа, что это, сука, за неформальщина, ебать? Это как, блядь, та, нахуй, порнуха, потому что у нее, блядь, осьминог Кракен, на все, да, блядь, на все да, очко. Да, да. И я, короче, не могу эту порнуху смотреть из-за Кракена, сори, блядь, я вообще не перевариваю это, мне не нравится. Вроде девчонка красивая, да, да, да. Но, блядь, вот этот осьминог на очке, он все портит. Я клянусь, я не помню ничего, кроме Кракена, блядь, я не помню, как она выглядит, я помню просто Кракена. Да, 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 я тоже, блядь. Причем я отчетливо его помню, блядь. Не, я помню, как ее за этот арендную плату отчитывали. Я помню, как ее зовут, короче, я... Это Лоли Липс была. Твое сочинение, я первый, нет, кто лучше на зачет. Да, я банат один с классику пинаю. Там керамбит. Главное, что дел нихуя нет, как пофиксить. Так ты, блядь, ну, что-нибудь найти, хобби какое-нибудь, что-нибудь сделать, это второе. И третье будет пересдача, типа, в любом случае. Так что можешь не париться. Во, нечего делать, подскажи, что сделать. Ну, сделай что-нибудь. О, спасибо! Хотел это услышать от любимого стримера. Вот нам бесплатный психолог.
пойду что-нибудь сделаю. Ой, смотри, мультик ничего. В детстве «Снежная королева». Там мальчика звали Кай вроде, а девочку Герда. Так вот, я... А, пошел ты нахуй. Так вот я Серега, если что. А он меня забайтить попытался. И мне было хорошо. Че тут же? Это на Windows Vista, блядь. Бум-бамбл, что-то там, блядь. Это большого, многоногого и многоногого. Ой, блядство. Ой, это было. И болтливого. И это было. Я стал хвостом. Ой, калейдоскоп. Это прикольная тема. Да вмазанная чисто в детстве. Никогда этого почему? Не понимал, блядь. Мне нравилось. Почему их сейчас такие не упускают? Я не понимаю. А нахуя оно нужно? У меня две штуки было, я на два глаза ставил и все. Ага. У меня стереоочки были. Для так этого это с карточками такими. Ой, ну пружинка это у всех была. Да хуйня потом гнется постоянно, блядь. Йо-йо-йо-йо-йо! Это то йо-йо, которое разъебывалось от пола с первого раза, блядь. Ага. Ну вот такое точно разъебывалось. И все равно давно уже мне не было так уютно. С чаем зеленым. Долбоеб! Сейчас идешь топленое молоко, покупаешь и хаваешь, че ты окаешь, блядь. Так а смысл сейчас это покупать, блядь? Оно, бля, продается, иди похавай, блядь. Чё ты окаешь, блядь? Ну я-то в детстве хавал. Да суть не в этом, блядь. Элла, отвечаю тебе. Ты ведь близкий друг Хесуса. Да, бля, я бы не сказал. У вас такие редкие коллабы, можешь сказать, когда будет ближайший. Когда он позовет на следующую, я не буду его звать никогда. Когда в следующий раз напиздит на кого-то. Да. Сейчас, Сань, можно чего угодно хавать, а тогда это был... Ааа, ковёр! А у меня не было такого, я всегда хотел. Я охуел, сейчас есть ковер с такой же, но у него бороздки прям по дороге сделаны, прям вот как асфальт реальный. Вот ковер, там город весь такой лохматый, а бороздки дороги, они прям сделаны там как асфальт, вообще охереть. Вот это что? И на игрушках можно, Хасан? Да, да. Печати. Печати. Огонь и вода. Это Java игры. Это чё, блядь? Это каблучки. Каблуки. Да, ну на каблучки пальце. Здесь в комнате, блядь. А это что? Это тоже каблучки. Это обувь. Ну это, наверное, та вещь, которая везде проебывалась. Вот это супер вкусная тема была, бля, ебать. Их же сосешь, они потом в конце как жвачка становятся. Так тоже перемалевывал. Ой, пчелки. Бджилка. О, свистулька! Блять, старый сломался. Ой, снова. Вот это блядство вообще. А чё блядство, это часики? Ой, были это вкусные. Я помню. Охуенно, в хорошем смысле. Ебать, алё. Это вкусно было. Хай, Вова, сегодня было первое вождение от автошколы. Пиздец, страшно, как вы нахуй ездите. Так это со временем приходит привыкание, типа, к тому, что все долбоёбы вокруг и все. Все так же, как и ты, сидят такие, блять, как все ездят, понял? Ну то есть. Смотри, я тебе советую сейчас реально, вот тут боишься. Забивай в ютубе Fatal Car Crashes. И там все. И просто не сдавай на права, да. Сань, знаешь, что я вспомнил? И со временем страх пропадет. Че? Сань, я помню, короче, Саня через всю Европу проехал, Минск приехал. Я чисто братюни на кольце светофор стоит. Нет, не будет. Не, короче, просто привыкаешь, так всегда. Так каждый проходил. Через это, что типа, когда первые там дни катаешься за рулем, сам уже права получил, тебе одному страшно. Но это со временем проходит, типа, похуй. Не, Беларусь охуел, реально. Ну, блядь, Санька вот Петушок. Петух, сука. Вот скажите, в Москве есть на кругах светофоры? Да. Нет. Прям в самом круге. У нас типа кольцо по секторам разделено. Там типа там светофор на каждый светофоры. Ебаный, блядь, да, светофор. Я приехал, охуел, блядь, от этого. Пчелка Майя? Все закончилось. Ладно, лайк поставлю. Да, есть, пишу. Ком танцем. Их вельних. Ком тринкен. Их вельних. Бля, я дошел до того, что этот чел мои старые перезаливает моменты, но я дошел до того... Что понял? Мое еблище подставили под мем, который я никогда в жизни не видел. И там что-то было такое, что я чуть ли не закон, блядь, нарушил этим смехом. И меня начали хуями крыть в комментах, типа, он вообще типа идиот, пишут. Я такой думаю, блядь, так это, ну, меня не смеялся с этого, блядь. Оди какой. Просить пришел. Хитрюга, блядь. Лиса, а? Хитрюга, выпрашивает.
О, красиво. Да. Как мы подрезали, я не сдал за то, что создал аварийную ситуацию. Третьего раза Б сдал, удалось, только надо платить за пересдачу. Да, братан? Типа, ты, блядь, когда сдаешь, ты же в реальном городе сдаешь. Какой-нибудь хуебес тупой, блядь, на пешеходе постоит, подумает, потом наступит, блядь, на пешеходку. Да. И ты не сдал, блядь. Короче, ну, типа... когда едешь сдавать город, мой вам совет, берите свою перцовочку. Вдруг вас подрезают, выходите, чисто перцовочкой заливаете и все. Осуждаем. И гаишник сразу говорите, о, все, наш челик. Гаишника заливаешь, просто не уходит. Бля, как красиво, бля. Ты никогда не задумывался, что типа есть какой-то ебать дирижер, который просто руками дрыгает, блядь, и за это деньги лутает, а пока все остальные он ебашут. Не просто так руками. Да понятно, просто, понятно. Да. Ну просто со стороны, типа, это выглядит так, что какой-то хуй стоит, ничего, ни инструмента, ничего, просто машет, бля, вот так нахуй, думаю. Так на самом деле, по-моему, там дирижер реально как бы он не супер мега дохуя как нужен. Они там все свои партии уж знают. Нет, нет, нет. Ритм создаешь или что там? Да, 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 да. Там же все разбито по группам, и он командует там. Кто-то вступает, кто-то уходит, короче, нужно. У Метро Бумина посмотрите вот этот концерт с классикой. Охуенно. О, блядь! Йети Спорт! Йети Спорт! Да! Ебать! На информатике сидишь, хуяришь это. Это имбушечка была. Мы на информатике в баланс играли, игра такая была. У меня день рождения, я пьяный пипец, пожелайте, пожалуйста, что-то грустное, а то и грустный. А, крутой, да, еще да, такие, где не в длину, а вверх счастья, надо было здоровья закидывать. Не пей. И мне, пожалуйста, мальчик из Питера, 18-20. Да идите вы нахуй, блядь, красивее обезьяны. Ебать, что я Гузеева, слышишь? А, чтобы чуть красивее обезьяны. Миш. Юстегенник, XVP3R. Какие? Ну, сейчас напишет кто-то, наверное. У нас таких нету, сори. Да. Чем вы? Я послушал. Ай, маленький какой. А уже пиздиться хочет, смотри, блядь. Тетя. Бля, хочу в Австралию, чтобы скину грёнышем пофлексить. Так он тебя ебало набьет, блядь. Потом вырастет, да, и мышцы у него откуда не возьмись. Он начнет и в луже топить будет, нахуй надо. Так, с мелким я подружусь, а большой-то меня чё? Ля-ля-ля, прибалдел. О, мама бежит, смотри. Ща въебет. Ну, прикольно. Че происходит нахуй? Че за суета, бля? Че за суета нахуй, бля? Такие уёбки маленькие, смотрите. А вот, блядь, что это за животное? Да это ж помесь всего, блядь. Чуть-чуть ишака, блядь. Чуть-чуть прыгающая хуйня какая-то. За... кролика чуть-чуть. Да-да-да-да. Ну, то есть... какой-то так они мощные, что? Блядь, у них бицуха, пиздец. Откуда, блядь, нахуй, что они едят? Траву. Ну ты, блядь, постоянно. Прыгай нахуй постоянно, посмотрим, что там будет. Да, и руки будут у меня накачиваться, да? Да. Ой, вы знаете, это обезьянка, да, однолапая обезьянка, она живет в монастыре, по-моему, и, короче, у нее подруга бабушка старенькая, они вместе подруги. Прикольно. А так, образ жизни это я. Ее там все кормят, приходят, гладят. Я давно заметил, что у меня такой же прикол с котиками, как у тебя. А у меня раньше такого не было, я не знаю, откуда он появился. Меня раньше бесили мемы с котиками, а сейчас мне нравится. Блять! Пошел ты нахуй, уебан! Ты знаешь, что первым делом сделает слепой, когда к нему вернется зрение? Охуеет, охуеет, наверное. Он бросит палку, которая... маме чьей-нибудь. Ему помогала. Охуеет, философ. Такова жуткая правда жизни. Ты увидишь истинное лицо человека... У меня хорошая аналогия с палкой, блядь, ну типа, палка, она ж как человек, блядь, воодушевленная. Ну, блядь, вот гипс ты руку сломал, нахуй, в гипсе ходишь, что ты потом с гипсом да, делаешь, блядь, гипс... хранишь а вот он, дома. Вот человек руку сломал, молодой человек, да, вот вы сейчас сидите говорите, гипс, вот руку сломал, что человек он делает, он ему помогал, когда? Блядь, а он ему помогал, поступил. А он взял его и разбил, блядь. Реально, реально. А вот что человек, вот, блядь, в машине ездил,
Старой она стала, он ее взял и продал, блядь. Ну что за уебан? Это показатель человека, блядь, да. Надо палку хранить, гипс хранить. И машину никогда не продавать. Только тогда, а я думал, он про другую когда он палку перестанет говорит. В тебе нуждаться. Просто обычную понимаешь, палку возьмет и кинет. Люди ценят тебя только тогда, когда им что-то... Хорошая аналогия, мужик. Хуйню несет. Ай, блядь. Как, блядь, он аналогию с палкой, блядь, приравнял, блядь, к отношению людей, блядь. Ну, то есть это не одно и то же, гений. Хуёвая аналогия, отвратительная. Да сидит там эксперт. Человек не вещь, блядь. Да, еще с таким умным видом, блядь, вот сидеть в 50 нахуй, нести хуйню. Ну реально, класс. Ножки в разные стороны. И похуй, что это Ольга 78 залила. Просто текст не обращайте внимания, прикольно кошки идут просто. Подождите, а что это у вас на носу? Лапша ебучая. Песня про Бравл. Блять. Ему сейчас этот выпадет чел. А. Бля, чё с ЧБ стало? Ёбаный сыт, блядь. Обратно, блядь. Спасибо тебе, конечно, большое. А делай, делай его. У меня кот так делал, да, когда жив был. Тогда спасибо большое. Спасибо тебе, конечно, большое. И ведь, блядь, мне мама готовила, она говорит, ты не будешь это есть. Это лук. Он все равно лезет, она дает ему понюхать. Самый лайфхак, ты просто даешь понюхать, да? Он нюхает, кладешь ему, он такой, и съебал, понял? Увидел, что там готовят, съебал сразу. Наглые, сука, хитрые. А мне мама еще приучивает постоянно их просить, блядь, и что со стола. И вот ты сидишь, ешь, вот он приходит, начинает на задние лапы садиться и тебе за штанину дергать. Дай пожрать, типа вот это. Я не могу, нахуй. Я не могу не дать ему пожрать, что я ем. Тогда спасибо большое. Спасибо тебе. Ну режет она пиздец, как будто первый раз ножик взяла, согласен. Вот, смотрите, обезьянка. О, да. Ну не женщина, в смысле сейчас она обезьянку зовет. Вот это она идет. Ксинка, типа король обезьян? Да все, стопудовкин, иди отдыхай, блядь. У нас Данте спать, самый уебищный дуат, бывший парень подруги, начала встречаться. Так, чё, бывший парень подруги? Начала встречаться с девочкой. Что, блядь? Бывший парень подруги начала встречаться с девочкой, которая мне нравится. Пусть мне в ЛС пишут на Твиче. Там дам ссылочку на свой телеграм. Интересуют только свободные женщины из МСК. Дефолт. От 21 до 60 лет. Иногда нравится девочка, но при этом отказывается встречаться. Назови ее шлюхой. Дефолт, блядь, вообще, не? Там, блядь, неважно, как бы, что это слово значит, просто, ну, просто шлюха, блядь. А чё? А потом начинаешь встречаться, и уже не шлюха. Вот оно, блядь. Пусть мне там дам ссылку на телеграм, интересует только свободная женщина. Да все, стопудовки на 21 до 60 лет, блядь. Ну тут таких точно не будет. Я имею в виду... нахуй на одноклассники, слышишь? Я имею в виду, от 21 тут нет. 60 лет, может, напишет кто-нибудь. Иногда просто на курагу тянет пиздец. Блять. Блять, реально пиздец. Блять, что ты нахуй стоп, пишешь? Что ты пишешь за деньги, блять, сумасшедший ты. Теща обозревающий, хочу, чтобы оценил мое видео из ТикТока. Блять, я не могу их смотреть вот так по ссылке, к сожалению. Спасибо большое за донат. Не могу, у меня нет, ТикТок прошитый на телефоне, я не могу его открыть ссылки. Ла, сука, Рама. А где прошла ты? Тактическая тоска. Блять. Бля, ебать пузан, а. Ну вы ебальник. This is my new carpet. It's new! Come on, man! Ща нарыгает. No! Кто?
Я тоже что-то не услышал. Что-то я осуждаю, что-то. Да. Смотри, собаку разрисовал. Крысёныш маленький. Сейчас, блядь, будет. I'll be there. Сука крякает. Блядь. А он уснул. Бля, я на секунду подумал, что Глебас в руме сидит, уснул. О, рогатку принес. Сам слово пацана. Я вас редко вместе сыграю, но тут повод такой. Где пропала моя вкусняха? Где моя сосиска? Где мои сосиски? Было две сосиски. Ну, Федя уже кого-то подозревает, хорошо. Ксюха, естественно, в таком бахуе сидят, смотри, блядь. Чисто компания кентов, блядь, знаешь, разные все. Либо Димка, либо никто. Ёпта. Еще устал, чтобы отдыхать. Сколько я там тебя уже залил? Ну ты меня залил уже 1012, спасибо огромное. Блядь, чат, это вот примерно вот посередине, это значит Гвин. Вот этот маленький, это я, 1.70 м. Слева вот, нет, Миша, это Миша, я слева. Миша 1.80 м. Дёрнулся. Это что было? Ты крылом показала, что это... Короче, все... Сдали, блядь! Все показали. Саня, сдали нахуй! Под судами наказывается буб в нос. В клюв, точнее. Буб. Да и вообще. Буб. 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 Да, что это вообще похуй. Я вас редко вместе сыграю, но тут повод... Да они, блядь, сами, наверное, не выкупают, кто они, знаешь? Вот сидят такие, блядь, в ахуе. Блядь, уже целый день плачет. Опять чё плачет? Целый день плачет. Так как дохуя таких каналов. А те чуваки, которых воду скидывают за корги. А может лучше спермы... Антон, капуста должна дать сок. Должна дать сок, надо мять. Да, понял. Мять надо капусту, чтобы была вкусная капуста, мять. А, Тимурочка, там на оригинале видоса микс капусту выжимает. Блядь, ебать хуярит. Бля, довольный Володя. Приколюха. Пиздец, спав... там спавнер собачий сверху. Вырытый, блядь. А где диспавн рейд какой-то, блядь, тут? А, это чел вот полетел. Опа, кто-то из чата. Это я в Дискорд к вам зашел. Сначала. Покатился, блядь. И по делам дальше, блядь. Он забыл, как быть собакой. Зачем издеваться? Бля, эти дебилы, которые вот это пишут, хуйню какую-то про подстригание ногтей, блядь, кормёжку какую-то, блядь, они вообще конченые? Что у них? Их вильник. Ком Тринкен. Их вильник. Найс генерация, блядь.
Охуеть. Для тебя ничего не жалко. Нужна будет почка или сердце, печень, обращайся. Печень, обращайся. Если ты какого-то школьника из чата, блять, у него почку своруешь или что? Не, пока не надо, спасибо. Блять, пиздец. Какая-то херня с Твичом, купил сапку на 6 месяцев, деньги списали, приложение ошибку дает с кайфом. А надо не через приложение? Надо через Вейбота покупать сапку, там придет. Если через iPhone покупал, то тебе через месяц придет она. Так он на 6 месяцев кто-то купил сейчас сапку. Значит, через год. Офис позором, Ник. Вов, знаешь, какие-нибудь хорошие часы мужские до 15-20 килограмм? Чё? В чём доёбка? А, К. Блять, К, нахуй. Я КГ, блять, подумал. Блядь. Типичные мужские часы, бля, ёпта. Типичные часы. 20 килограмм, нахуй, циферблат, ебать. Я думал, он часы имеет в виду весы до 20 килограмм. Я не знаю, я в часах не знаю. Бабкины с подзаводкой сзади же. Друзья, короче, пришел пахан. Ни жив, ни мертв, блядь. Вот так сидим, сука, с лампочкой Ильича. Нормально. Охуеть, когда свет дадут, хуй его знает. Ну, нам похуй, мы, конечно же, так же счастливы и так же улыбаемся. Что пожелаешь друзьям? Ленин реально. Здоровье. Самое не... главное. Самое главное здоровье. У него одно пожелание. Друзья, ни живой, ни мертв. Да убери нахуй свечку. Ни живой, ни мертвый пришел. Говорит, ветер вот так вьюжил, кружил, блядь. Говорит, слава богу, что вернулся. Ребята, рубрика, которую мы всегда с трепетом ожидаем, это примерка головных уборов, которые могут закрыть эту ебучую лысую голову. Итак, поехали. Обзор. Шапочка номер один. Вот такая хуйня. Только, пожалуйста, отнеситесь к выбору серьезно, и мы будем голосовать, хорошо, в конце. Посмотрите. Вот это неплохая. Сексуально, нет? Да. Не отвечайте. Итак, поехали. Ладно. Вот номер три. Вот такая шапка. Ну та поприкольней. Ага. Выберите, пожалуйста, ту, которую я смотрю, более гармонично, знаете, которая более мне подходит, по-вашему. Итак, поехали. Шапка с шарфиком. Вот, вот такая, смотрите. Ну, хуйня красота тоже. О! Нежно, правда, смотрится? Естественно. А, с рукавами, блядь. Это поехали шар. Дальше, на другую сторону. Так, это, в принципе, то же самое. Так, вот это. О! Это ж кайф. Прикольно. И еще немного выбора вот здесь, ребят. Допустим, есть вот такая, очень много. Пусть заколка. Может, сам раз я помогу, блядь. Не, самое первое, самое кайф. Скажи, пожалуйста, ты что, контуженная? Да что я тебе плохого сделал? Я тебя с помойки забрал. А ты чем мне отплатила? Ну, блин, ты посмотри. Случайно не пишешь? Хм, у меня много разных талантов. Может, а у меня были фруктики. И которые есть. И овощи. Грушки. Я тоже вишенки. Хорошо бродить. Пока. Я этот звук слышишь, услышал. Картинка со звуком, блять. Блять. А я не понимал, в чем мем. Чё? Я видел этот мем, где вот улыбается и такой, типа, нет, говорит под эту песню. А я помню эту песню, там вообще другие слова. И у меня диссонанс в голове. Да, у меня был петушок и это самое. Потом ремонт был, и у меня появились, вишенка была у меня. Ну, я не кореш, я к тому, что на дверце. Ой, блядь, сейчас завернул так, конечно, это из чуров. Да-да-да. Просто я про петушка говорил, короче. У меня на шкафчике был петушок, потом произошел ремонт, и вишенку наклеили туда. И типа у меня вот такой был. Потому что... Всех нужнее и дороже. Какие-то опарыши, класс. Всем доверчивее. О! У меня до сих пор есть. Это мире доброта. Айруда, с днем рождения! Спасибо большое, Леонардо, здорово. Здорово. Кубик Рубек.
Деньги. Пиздец, мне когда это подарили, я очень сильно разочаровался, что это шоколадка, блядь. Я прям сейчас вкус этой шоколадки чувствую, как будто. Он говно, они невкусные, да. Весь шоколад, так, кроме киндера, говно, блядь. Вообще, никто не может. Бэби Фокс. Это разъеб, да, нахуй. Хорошо, знаешь, разъеб. Типа, вот эти вот, чат, помните, еще был Простоквашино, Киндер, вот это. Ну, все, короче, русские аналоги, просто говнище ебаные. Бэби Фокс. У них какой-то, да, вкус горький, не горький, блядь, но, короче, у Киндера прям такой молочный. Нет, сейчас говно, нет, раньше, нет. Да, раньше было заебись, сейчас не очень. А мне сейчас нравится тоже. Все, ничего сейчас не поменялось. Но он поменялся, он поменялся. Нет, нет. У дяди Федора два папы. Это, кстати, да. Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой. Не, ну это вообще мега дебил. Это для мажоров, блядь. Это уже что-то, блядь, нахуй 2002, блядь, момент какой-то, не? Это для мажоров, блядь. Это уже какой-то, блядь, 2005 даже, нахуй. Плейдо, нихуя себе. Мне мать пластилин подарила, я в этой хуйне весь измазанный, блядь, сидел. Эту колбаску... Колбаску, блядь, берешь, понял, он как кирпич, блядь, сука, наминаешь его, как дебил, уже пальцы болят. Его дышать надо на него было. Не, я его мял. А вот, мял и дышал. А у вас было, когда самый первый раз вы все настакали, думали, сейчас ебать цвет выйдет, а в итоге цвет говна выходит. Ну, а где вот это вот, типа, понял, прикол, где зашел в ванну, закрылся и начал себе мамкины шампуни хуярить в один? Я так делал, я делал из этого моющее средство, и потом, да, говорил свое, бабушке, да, да, изобрел, что, да, что я пятна вывожу. А я зелье, блядь, я говорил, что я изобрел. А вы в, хуйню, вы в туалете всю химию в унитазы не смешивали, чтобы потом реакция какая-то пошла в ожидании? Нет, я дрожжи в парашу кидал. Я не делал, я только вот шампунь мешал, типа мыло всякое, шампунь и все, что было, короче. А я в туалете химией занимался, блядь, в унитаз, нахуй. А дегтярное мыло такое, думаешь, фу, блядь, кто этим моется, нахуй? Такой, а сейчас, хороший. О, сейчас соляру отмою, блядь. Я как помоюсь, нахуй, волосы месяц не будут вонять, блядь. Чистые будут. Вася, а сейчас что поменялось? Блядь, Тинвейв, нахуй, блядь. Реально. Бля, как будто бы вот надо, блядь. Иногда лучше промолчать. Да, как будто надо на три дня надо, блядь. Да, иногда лучше пошел нахуй сделать, реально. И чё? Молочные зубы. У всех были дети без зубы. Ставьте класс, если так. Это если плохо вели себя, были они такие. Странно. Воспитание отца, а что ж. Тогда слишком много зубов. А мне, короче, это самое, мама там говорит, не трогай зуб, качается. Батя взял, говорит, ща, говорит, ебанем, к ручке прихуярил. Веревкой нахуй. А потом говорит, пошли отсюда, мы здесь больше не живем. Не, меня только пугали так, типа, что привяжут к двери и будут открывать. Я сам эти зубы расшатывал. Не, а мне, кстати, бля, ебать, я как у меня батя сделал, нормально. У меня вообще все батя делал, понял, что мать у меня там нежно, вот это все. Фу, блядь, батя сказал, сейчас сделаем, блядь. И вот сделал, я... ебать, все. Бабушка-то хуярила, она была медсестрой на заводе, она такая... Я тоже боялся. Зубы шатаются, да? И нахуй просто понял, блядь. Бля, не, концерта, у меня либо сами выпадали, либо к врачу. У меня не было боли. Я не пугался этого. Бля, я сам перед зеркалом расшатывал. Вот это! Вот это реально! Вот это реальная пропаганда, блядь, детского курения была. Я вот этого хочу сказать. И все это в пачке с Человеком-пауком, блядь. Вот это реально пропаганда была, что не? Самое охуенное, знаете, это которые как мелки такие, там Том и Джерри были вкусные, прям ты хаваешь такие, ой, блядь. Было. Написано 9999 игр, но любимых было одна, и то их по факту было 5. Там, да, там вообще наёбка полная. Да. Не, а чё, эти танчики были, машинки были? Танчики, машинка, чё ещё? Тетрис. Ну, обычный Тетрис. Змейка. И я не помню. У меня наградный талант. Может быть, секаторный есть. Ну вот, ну и кольца с жвачками. О, гадание, да. Чего, блядь? Это что, блядь? Это уже что-то... А это когда... Покорми свою куклу. Да это когда женщины делают такие тиктоки, вот и получается такая хуйня, типа. У кого, блядь, бутылочки эти были? Наверное, ни у кого не было, блядь, кроме нее.
Мажорка, блядь. Но у моей сестры был Бэби Бон, и мы его вместе... Я все время с сестрой в куклы играл тоже, типа, мне было интересно. Она со мной в машинке там играла. Мы, короче, это, Бэби Бон у нее появился. Ебать, это круто было, пиздец, он только появился. Бля, я и с горшком. И мы этого уёбка мелкого лысого, блядь, посадили. Давай его хуйней, блядь, пичкать. Он сразу гадить начинал. Мы охуевали, сидели, думали, как так, блядь? Он сразу... Интересно. Вова самый дорогой и самый хуёвый тамада. Ну ничего, ничего, я обязательно найду женщину. Да факт, когда-нибудь. Блядь, я ха-ха. С сестрой такие развлечения были. Меня брат просто шмалял, блядь, с ружья. Из тех, у кого не было. У всех, кого не было младших братьев, типа, вот у вас них. Мне просто всю жизнь хотелось, типа, ну, типа, младшего брата или там сестру, чтобы флексить. А в итоге, типа, когда они заспавнились, мне уже, типа, это нахуй не интересно. О, Мизулина ответила! Ой, блядь. Мизулина ответила, мы не приглашали над стримерами, судя по всему, кто-то шутит. Все, пон, спасибо большое, Екатерина, за ответ. Так и думал, что фэк, кстати, но было очень реалистично написано. Все, ответик пришел. Мы, блядь, причем в какой-то новостной паблик, блядь, это запостил. Пиздец. Российский стример Владимир Братишкин во время трансляции. Да-да-да, так там написано вот, типа, ой, блядь, где это потерял, господи. Ща. Мы не приглашали. Бля, ну ладно, значит, я бля, да меня даже не приглашали. Эх, а так хотелось, блин. Бля, пиздец, уже даже как-то расстроился чуть-чуть, если честно. Думал, я такой, типа, отказался, блядь, а меня и не приглашали, блядь. Пока что. Ну, хорошо, что шутят. Фух, все, можно жить спокойно. Ребята, я гандон. Передайте привет Гвину и то, что он не умер, и не... Что? И то, что я не умер, и не в армии. Скороварка пишет. Алло, Гвин. Хорошо. Блядь. Привет. Ну, он, наверное, рассчитывал, что ты его узнаешь. Ну, ладно. Так я узнал его. О, это было у каждой принцессы. У него... У тебя же ТГМ есть, у меня аж было написать еще. С карамелькой защитной. О, это было. А еще одну. С под этим ракурсом это не так выглядит, как калейдоскоп. Это уже что-то страшное. Это уже флешлайт называется. А у всех был, блядь, шампунь такой, типа, у мамы Сейвана заказывала, ребристый такой, с бутылочкой, блядь, по бокам. Такой гигантский, блядь. Мне мама постоянно в ванну наливала это. Не шампунь, а пену. Пена была, блядь. Она мне пену наливала. Мне тоже делали. Да, у всех, блядь, у всех. Да что какие-то мажоры ебаные, блядь. У меня пена, это так шампунь, у меня просто чуть-чуть сбил, пока мать не его. Видит. Было. What the fuck, это что такое? На липучке, это липучки, да.